Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Groove Castle. Я накопил 3 256 тысяч, и давайте-ка мы эти денежки сегодня с вами потратим. Ну, во-первых, я хочу улучшить наших лучников. Так, апгрейд. Давай-ка мы, наверное, сделаем где-то уровень 50-й. Так, можно сразу 10 уровней проапать, ты представляешь? Но я этого делать не буду, вот так вот сделаем. Смотрите, они у меня уже такие в шлемах. Прикольно. Можно также улучшить нам, пожалуй-ка, и башню нашу. Ну а почему бы и нет? Ух ты! Друзья мои, у меня открылась еще одна новая ячейка. Так, а если я до 30 уровня прокачаю? 175 тысяч, да? Сразу можно было улучшить 10 уровней. Но я потихоньку, постепенно. Друзья, какая-то тут фигня. У меня подросло дерево, что ли, получается. Ух ты, точно дерево. Вторая ячейка открылась. А что я могу сюда поставить? Вау. Forge, Mana, Henge, гильдия стрелков, гильдия героев. Так. Шахты. Еще одна башня. Бар. А для чего это все нужно? Пока, друзья мои, не знаю. Ладно, продолжаем с вами тратить наши деньги. Так, прокачаем, пожалуй-ка, мы наших бойцов. Давайте-ка вот, наверное, Зевса маленечко, да, совсем капельку. Ну, где-нибудь тоже до уровня 11-го. Вот так вот. Кстати, промоушен. С 11 уровня, да, мы можем еще улучшить. А ну-ка, Зевс, давай-ка мы, наверное, это сделаем. 10 гемов нужно потратить, да? Ну, давай сделаем вот так вот. Хопа. И можно, в принципе, дальше. Хотя, после 11-го, друзья, на 31-м уровне можно следующее прапывание сделать. Хорошо. Немножечко мы его прокачали. Давайте теперь, наверное, друида нашего качнем. Также до 10-го. Нет, до 11-го уровня. До 12-го получилось. Так, смотрите-ка, здесь какая-то есть разница. Так, защитник башни. 123 дамажа, да, получает голем каменный. А здесь вызывает еще и двух волков. Ага. Давай, наверное, вот так вот. Подожди-ка, а что такое? Почему я не могу? Почему я не могу, друзья мои? Левел? Я разве его не прокачал до 11? А, правильно, у него только 10. Ну вот, теперь, наверное, я смогу. Замечательно. Прокачаем, наверное, до 15. Вот так пускай будет. Шикарно. Давай посмотрим, что у нас по голему-мастеру. Тоже, наверное, до 11 уровня прокачаем его. Вот так вот. И, ага, здесь только одно улучшение. Ну что же, я согласен. Вот так. И до 20 докачиваем. Шикарненько. Не знаю, стоит ли нам качать вот этого вот чувачка, который у нас бросает копья. Мне как-то он не особо очень нравится. Ладно, пускай пока будет, а мы с вами прокачаем наших ведьмочек. Давай-ка посмотрим на лису. До 11 уровня прокачиваем. Так. Погоди-ка. А я не могу, что ли, здесь... Ха, нет никакого промоушена почему-то. Странно. Могу просто на 10 уровней повышать. Фиг с ним. И Алису тоже нам нужно будет с вами прокачать. Давай-ка, наверное, так вот сделаем. Да, друзья, у нее нету почему-то улучшений. Нам не дают. Просто можем 10 уровней поднимать, и все. Так, тогда давай-ка мы посмотрим, что у нас с нашей ангелом, да? Который может вызывать маленьких валькирий. Если у нее прокачка после 11 уровня. Так, нету. Может быть, нам просто не хватает гемов? Может же быть такое, да? Может быть, друзья. Хорошо. Давайте теперь определимся, что же нам вот здесь вот сделать. У нас денег не так уж много, да? 1 339 000. И я не знаю, может быть, поставить нам бар. А что дает бар? 2 призванных человека, да? Непонятно. Попробуем, друзья, купить. Вот у нас такой вот барчик. Я, наверное, прокачать его не могу. Просто он у нас есть, и все. А здесь у нас гильдия героев.
Да, шахты, башня. Хм. Ну, давай предположим я... Что это такое у нас? Кулдаун, 15%. Угу, это откат, друзья мои. А башня что дает? Ага. Башня нам дает дамаг 20%. Бонус голды 10%. Все, я теперь понял. А у героев... Так, герои наносят дамаг на 30%, я так понимаю, больше. Ну что ж, давай, наверное, кулдаун с вами возьмем. Чтобы быстрее у нас все эти спецатаки, да, происходили. И прокачаем, наверное, нашего героя. Так, до какого уровня? Может быть, до 10-го также сделать? Или до 11-го? Ага, здесь нету, ребята, дальнейшей прокачки, да? То есть 286 на 10 уровней. Хорошо, давай сделаем так. И прокачаем, наверное, мы с вами. Так, мне сказали вот вместо бомбарды поставить Теслу. А где у нас тут Тесла? Я ее в упор, честно говоря, не вижу. Может быть, вот это вот, Lighting Tower? Может быть, вот это имели в виду? Скорее всего. Но я Теслы здесь не вижу. Хорошо, я прокачаю, наверное, заморозку нашу, да, вот эту вот башню. Наверное, тоже до 10 уровня. Пускай будет 11-й. Так, прокачать хочу я вот этого червя нашего. Тоже до 11 левела. Вот так вот. Ну и, конечно же, давай попробуем бараки тоже до 11 уровня. Вот так вот. У нас еще остается 265 тысяч. Их можно, в принципе, потратить на улучшение, наверное, нашего замка, нашей башни. Давай-ка попробуем. Посмотрим, что у нас тут появится. Пока ничего, я вижу, уже стена здесь есть, довольно неплохая. Так, появилась крыша над головой. Все, друзья, больше я ничего не могу улучшить. Ну что ж, поехали тогда с вами в битву. Надеюсь, сейчас мои ребята здесь будут крепкие. О, ты посмотри, тут и псы у нас выходят. Ну, волки, да? Так, довольно неплохо. Наверное, нам надо немножко ускориться здесь. Неплохо, очень даже неплохо. Но, правда, волна как-то очень долго идет. Так, там я вижу зомби. Они даже не успевают, друзья, подойти ко мне. Мы их быстренько всех расчекрыживаем. И еще... Так, мне надо было, наверное, нашего лучника вот этого прокачать, да? Который повышает скорость стрельбы нашим вот этим лучникам, которые стоят сзади. Так, мне предлагают деньги. Нет, друзья, я пока перебьюсь. Давайте-ка мы с вами сбегаем на карту и посмотрим, что мы здесь можем с вами сделать. Так, мне бы найти что-нибудь такое подходящее. Что? Я вижу вот здесь вот 110. Давай-ка сюда забежим. Может быть, все-таки справимся мы здесь с вами. Здесь будет в конце босс, это 100%. Но теперь у нас замок с вами крутой, да? Я думаю, что у нас хватит мощей продержаться этому боссу. Смотри, никто не может пройти. Мы их просто держим возле стенки. Оу, катапульт целая куча. Давай, родные, выходите. Левелап получили 26-й. Все классно. Этот чувак во время битвы даже носит голдуном. Кстати, друзья, как я накопил столько много денег? Понимаете, здесь, если ты в игре находишься... Вот, 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 вот босс идет. Смотрите, босс. О, да мы его вообще моментально расписали. Ух ты! Кольцо души получили. Короче, как я накопил деньги? Друзья, здесь, если ты находишься в игре, да, вот этот чувачок постоянно приносит нам дань. То есть в онлайне. Я просто открыл игру и лег спать. И за всю дочь, грубо говоря, этот чувачок мне приносил вот такое количество денег, которое вы видели. Ну что же, кольцо души, это мне нравится. Только надо будет посмотреть, что оно означает и куда ему поставить можно. Кому, какому герою. Так, давайте-ка мы, наверное, на опыт, скорее всего, да? Или же на шанс критический. Так. Угу. Ворота замка повышают защиту на 5%. Лучники башни атакуют на 2,5% скорость, да, увеличена у них. Так, давай, наверное, на 5% сделаем. Ух, заманчиво. Так, надо посмотреть, куда это кольцо можно поставить, вот оно. Ага, то есть у нас будет с вами восстановление маны на 25% быстрее. Экипируем. Вот так вот, кстати, у нас уже с вами, что рубин, да, который, кстати, вызывает двух огненных големов, да, которые 250% урона наносят.
Кстати, а сколько улучшения? 800... О, ну, здесь не только 800 тысяч голды нужно. Тут еще нужно вот такие вот, ребята, кристаллы. Пока я их еще нигде не видел. А сколько здесь улучшения? Миллион! Господи, миллион! Ты представляешь? Ну, я думаю, что здесь будет уже, наверное, МП идти где-то в 50%. Да? Ладно, еще одну ночь, друзья мои, придется провести, как говорится, с открытой игрой, чтобы денежки нам капали. Так, жалко, что я не могу вот это вот прокачать все, да? Обидненько немножко. Ну что, давайте, наверное, еще сбегаем с вами на карту и посмотрим, с кем мы можем еще справиться. Так, у нас был 120-й, да? Ну, скажем так, уровень. Тут есть 140-й, я вижу. А что-нибудь такое около соточки есть или нету? Прикиньте, я сейчас дерусь около соточки. А вот здесь как драться с фиолами? Без понятия. Так, меч в камне, 150. 130 здесь есть. Так, ну это у нас, ребята, за голду. Да, то есть если мы с вами захватим этот порт, нам будут приносить еще больше дани. Хорошо, попробуем с вами наказать их. Смотрите, никто не может пройти к нам. Давайте вызовем юнитов. Пускай они бомбят здесь. Ай, красота какая. Посмотри, как быстро расчехляем этот замок. Для нас он вообще ничто. Слушай, солидно, солидно. Мне нравится, неплохо мы с вами прокачались. Да, пришлось нам 3 миллиона, как говорится, сплавить. Но, тем не менее, не зря. Так, и того у нас тыщеночку он будет, да, нести. Пускай носит тыщенку, а мы с вами попробуем, наверное, вот сюда, может быть, бомбануть. Тут, кстати, сокровище может нам выпасть. Причем, наверное, довольно неплохое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот здесь вот посерьезнее враг. Вы видите, да, уже немножечко пробегает. Ну да ничего. Посмотрим, какой здесь босс будет. Так, у нас есть лучник, который ускоряет стрельбу наших юнитов. Мы его, если что, вызовем. Тут у нас еще и ангел. Так, катапульты не пройдут. Не-не-не-не-не, никаких прохождений. Сейчас готовимся, друзья, к боссу. Готовимся к боссу. Ну, где он там? Вот он бежит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Добиваем его, есть. И что же нам достается с вами? Нам достается кнут. Очень-очень хорошо. Только вот для чего он? Можно мне глянуть? Так. Колонии приносят нам на 10% больше голды. Конечно, экипируем. О чем тут может быть разговор? Кстати, тут очень много сокровищ еще, да? Предстоит нам открыть. Также есть какие-то артефакты. Так, одно очко опыта мы с вами тратим на кулдаун. Давай на кулдаун, наверное. Вот так вот сделаем. Так, денег у нас маловато, но я все равно могу сделать одно улучшение до 45-го, да? Вот так вот. Шикарненько. Давай-ка еще посмотрим, что мы можем здесь на карте замутить. Кстати, давай-ка попробуем открыть с вами новый скилл. Я не знаю, как это выглядит, как это будет нам даваться. Кстати, мы, по-моему, в прошлый раз вот здесь вот с вами, да, сфейлились. Я ведь не ошибаюсь. Хорошо, тогда будем мстить. Давай, копейщики, выходим. Всех там бомбим. Никому не даем ни единого шанса на выживание, друзья. Так, Зевс. А что у нас Зевс может сделать? Так, я что-то не помню, друзья. Я запустил у него какую-то спецатаку, но я ее даже не увидел. Давай, давай, давай. Сейчас, кстати, босс пойдет. Готовимся. Так, вот он, это слизняк. Смотрите, что он делает. Бежит, бежит, бежит. Воу! Ха-ха, быстро мы его. И у нас с вами открывается скилл мастер отравления. Слушай-ка, а куда я могу это дело поставить? Скилл, мастер отравления. Подожди-ка секундочку. Куда же мне его... Где вообще его взять, во-первых, да? Где его можно взять? Может быть, тут? Я не вижу. Опа, открыть. Бокс. Ёлки-палки, мне подвеска. Причем, друзья мои, подвеска-то какая выпала... Эпическая, ты прикинь. Дамаг огнем плюс 12,2% и кулдаун 4,3. Продать. А зачем мне продавать его? Я не хочу продавать. Так, я надеюсь, это все. Вот она подвесочка. Я могу ее экипировать. Давай. А, на какого героя?
Так, ну что, давай попробуем, наверное, на Зевса одеть. Да? Подожди, почему на Зевса? Там же дамаг от огня, а у меня нет никого огненного. Твою же маковку. Блин. Я не могу одеть, друзья, потому что у меня нет огненного мага. Кстати, что это за коробочка? Открыть. Вау. Так, это на выбор, что ли, или как? А, рулетка. Ну-ка, что мне выпадет? 6 гемов. Давай тогда еще сделаем. Поехали. Ну, 29 тысяч голды. Давай еще один раз. Давай, давай, не скупись, пожалуйста, на голду. Так, 10 гемов. Ну что ж, неплохо. Так, у нас с вами... Да почему меня просят его продать? Я никак не могу понять. Это излишек, что ли? За 4000 голды? Нет, пускай он будет у нас лежать. Так, я могу... Нет, не могу, тут нужны деньги. Да, обидненько, конечно, что подвесочку я никуда не могу пристроить. Ну что, лучники, давайте, наверное, я вас маленечко прапаю. Так, деньги кончились довольно быстро, да? Но мне понравилось, кстати, вот здесь вот на карте буянить. Очень смачно это все у нас получается. Так, 120, вот давайте-ка вот здесь вот накажем. И, друзья мои, очередное сокровище мы с вами можем здесь заработать. А, как вы поняли, я обожаю сокровища. Но там у нас выбор, по-моему, всего 4 штучки можно экипировать. То есть нам придется выбирать с вами. Я не могу там все артефакты, которые найду, на себя надеть. Так, довольно неплохо мы с вами идем. Сейчас поджидаем с вами босса и активируем нашего ангела, да, нашего копейщика и нашего лучника. Вот что у Зевса происходит? Ну-ка, где он там, босс? Погнали! Раз, два, три, четыре. Эй-эй-эй-эй, бьем-бьем-бьем-бьем. Нормуль. Виктори. Так, нам достается сапфир. Так, и еще одну очку опыта. Давай, наверное, мы с вами... Накопление маны. Нет, пока нам это не нужно. Будем все-таки бросать на опыт. На опыт. И дайте-ка мне посмотреть, где моя подвеска, друзья мои, которую я получил. Так, рубин. 99 уровень, да, у меня откроется еще одна ячейка. Ну что, я могу... тут выбор. Так, 2 ледяных голема будут здесь, да? А здесь у нас 2 огненных. Давайте посмотрим, что у нас за ледяные големы все-таки. Мы еще с вами их не выпускали. Так, и у нас вот есть вот такой вот, ребята, видимо, атакующий артефакт. Ну, где его доставать, я пока не знаю. Так, денег у нас нету, поэтому можно смело идти дальше на карту и прицениваться. Как вы думаете, мы вот этот вот уровень сможем с вами пройти, где 190 мощей, так скажем? Или же все-таки вот этот, 160? Давайте захватим еще, наверное, одну колонию. Оу, вот они, ледяные големы. Ух, смотри, смотри, что они делают. Просто ледяные глыбы из-под земли вызывают, и они бомбят. Отлично. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами тут ускоримся. Повызываем всех наших юнитов. Нам нужно как можно быстрее, да? Расчекрыжить ему замок. И сейчас мы с вами это все сделаем. Провернем, так сказать, наше дело. Барак меня, конечно, удивляет. Но тут уже, смотрите, 2 чувачка выходят. Раньше был 1, а теперь 2. И замок падет сейчас. Вот с секунды на секунду он упадет. Ну давай, 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 не сопротивляйся. Ну что-то в самом деле-то. Изи. Ха-ха. Так. Не понял. Ага, 1188. В 60 секунд. Это, ребята, я не могу понять, это общая суммарность? Или все-таки это только одна колония мне будет столько приносить денег? Так, 180, а что у нас здесь? Опять же скилл какой-то можно открыть. Но 180 мощей. Немножко опасно, согласись. Хм, 180, тут 190. Так, во, 130. Вот здесь вот нам, друзья мои, нужно побомбить. Получим с вами какой-то скилл очередной. Ну а почему бы и нет? Кстати, смотрите, что делает голем ледяной. Он замораживает юнитов. Согласись, это неплохо. Это очень неплохо. А ну-ка, давай-ка, парень. А, он автоматически, что-то я
Вот же, что нам нужно сделать. Так, я так понимаю, сейчас в конце выйдет еще и босяра, да? Ты посмотри, сколько у нас уже копейщиков. Уже два ряда. Был один раньше, да? Теперь два ряда. Вау, есть смысл тогда, друзья мои, прокачивать их. Ну давай, где? Вот он, босс. Босс, друзья, бежит. Давай, 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 давай. Тьфу, вата. Так, и мы с вами получаем Cult Mastery. Книжку такую, да? Так, еще одну очку опыта. Улучшаем. Так, ну-ка давай посмотрим по сокровищам. Где вообще, друзья мои, вот эти вот все скиллы, которые я приобретаю? Я, честно говоря, не могу понять. Просто не могу понять этого. Скиллы вроде бы есть, а применить их почему-то я не могу. В чем проблема-то? Так, она... Вот жалко, что я вот сюда никого не могу поставить. Ах, а ведь можно бы было, да? На самом деле. Так, вернемся вот сюда. Ох ты! Так, у нас... Я и вот про это-то забыл. Господи, я же мог бы... Я же мог бы, друзья, здесь поставить либо магазин, либо лабораторию. Так, а здесь у нас... Ага. Не хватает нам чего? 25 тысяч голды. И я смогу открыть какой-то... Ну, орков, короче. Воркерс. Башню орков? А зачем она мне? Пока не знаю. Так, также можно будет приобрести еще одного копателя. Хм. Ладно, все это у нас будет. Ну, а поехали-ка мы с вами, наверное, еще здесь немножечко побуяним. Что-то я раздухарился, так скажем. Смотри, здесь 200 тысяч... Ой, 200 просто, не тысяча, а просто 200 мощей нужно. Так, тут 190, а меньше я пока больше не вижу. Кстати, вот здесь вот тоже 200. Ёлки-палки, это какой-то герой, друзья мои. Ну что, давайте попробуем, наверное, подраться здесь. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что мы здесь с вами справимся. Нас, скорее всего, здесь продавят. Ладно, будем держаться. Давайте вызывать, наверное, копейщиков. Копейщиков можно, в принципе, и лучников, но я пока не хочу их задействовать. Босс стопудово сейчас будет очень жирный, мощный. Он побежит. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Не буяним. Смотрите, мы уже получаем урон. Эй! Что-то как-то уж больно коварно они все это делают. Ну где там этот босс-то? Где босс, друзья мои? Я не вижу босса. Вот он тут уже. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Пробейте, пожалуйста. Есть. Мы все-таки справились с вами. Ух ты. Архитектор мне достался. А что он, друзья, делает, этот архитектор? Кто мне скажет? Наверное, никто не скажет. Так, давай-ка мы повысим урон нашим призванным юнитам. Так, 99 уровень, мне говорят, нужно, да? Получить. А какого я вообще сейчас в данный момент уровня-то? Где это посмотреть? А, 32 левел у меня, а мне нужно 99, да? То есть еще мне пыхтеть и пыхтеть. Ладушки. Так, ну что? Башенка, нет, мы не это с вами хотели. Не башенку улучшать, мы хотели вот здесь вот с вами заценить. А ну-ка. Погоди, а в чем проблема-то? У меня же всего хватает. Так, что-то здесь не то, друзья. Вроде бы как хватает, и в то же время мне не дают. Ладно, я тогда открою себе копателей. Раз не хотят мне давать орков. Пускай вот, ох, сколько их, смотри. Хе-хе-хе. Бедный этот рудник самоцветов. Смотрите, они всего лишь по 36 голдишки несут мне. Но зато практически каждую секунду. Так, друзья, поехали, наверное, с вами дальше. Посмотрим, что мы можем еще с вами здесь одолеть. Вот в эти края лучше, наверное, не суваться, да? Тут бесполезно. Но про фиолетовый я вообще молчу. Просто ужас. Так, 450 мощей, 220. Можно, в принципе, попробовать 220 завалить. 200. Вот, давай вот сюда вот, наверное. Тут очередное у нас сокровище. Ай-яй-яй, что-то, друзья мои, здесь будет сложновато. Враг проходит. Воу! Хорош-то в меня с катапульт бомбить. Пока сдерживаем, да, вроде бы, натиск. И не забываем, что опять же у нас тут будет босс. Сейчас он пойдет, готовимся. Как раз все мы и откатились. И сейчас будем, наверное, призывать суператаки, тихо, тихо, не надо. Так, левелап получили. Ну где там босс, елки-палки?
Не вижу, друзья, никакого босса. Вызываем. Так, вот он. Слизень, ну, бьем слизня этого. Фух, успели. Так, нам достается щит. Железный щит. Слушай, а для чего он, интересно? Так, давай-ка мы здесь, наверное, с вами, опять же, опыт улучшим, да? Значит, щит. А ну-ка, вот он. Куда он одевается? Посмотрим. Угу, сюда. А что ты делаешь? Да не надо мне. Колония будет приносить, то есть на 10% быстрее кулдаун у них будет проходить. Нет, не надо. Отдай мне кристалл обратно. Потому что я думаю, что кристалл все-таки лучше. А где же мне взять вот боевой вот этот вот артефакт? Мне нужен боевой артефакт, друзья мои. Я хочу именно его получить. Так, можем ли мы здесь вот докачать себе остальных? Ага, не хватает голды. Сколько там нужно? 50 тысяч. Я думаю, что мы насобираем, да? И у нас все вот эти вот ребятульки будут... Погоди-ка, я могу что? Назначить... Ах, вот оно что! Ах, вот оно что! Помните, да, вот эти вот темные кристаллы нам понадобятся? Только смотрите, в чем суть. Я вижу, что они все равно таскают... Подожди-ка, а они хоть мне что-нибудь дают за вот эти вот темные? Вообще ничего не дают. Хм. А зачем тогда их переделывать? Друзья, я пока не могу понять. Носят чисто голду. Ладно, надеюсь, вы мне подскажете, что там нужно сделать, чтобы мы добывали с вами темные какие-то вот эти вот кристаллы. Так, ну а пока давайте сходим дальше здесь, повоюем маленечко. Но я думаю, сюда вот не стоит идти, да? 300 мощей нужно. Или 300 уровень. Вот можем пойти вот сюда, 220. Еще одна колония. Давай попробуем ее забомбить. Так, бомбим. Довольно неплохо у нас получается. Никаких шансов, я думаю, у них нету здесь на победу. И я вызываю своих вот этих юнитов. Да, единственное, что здоровье тут, мама, не горюй у этого замка. Смотри. Отлично, отлично. Так, четверть мы уже отняли. Продолжаем атаку. Опять же делаем резкий вызов наших юнитов. Так, Зевс, давай. Бомбим. Без остановки. Мне бы хотя бы для начала половиночку отнять, да? Здоровье у замка. Ну, а там уже и на добивку, как говорится. Давай вот так вот сделаем. Слушай, ну мне бы, конечно, хотелось бы посмотреть еще и других юнитов. Наверное, мы с вами уберем, скорее всего, вот этого вот копейщика и вот этого вот лучника. И посмотрим других юнитов. Конечно, распаляться деньгами на прокачку их особо не хочется. Так, а что? А маны мало, да? Значит, нам нужно с вами об этом подумать, чтобы как можно было больше маны. Видите, я не могу применить спецатаки. Но я думаю, этого пока и не нужно. Сколько там осталось? 14 тысяч хп у замка вражеского. Так, давай сделаем таким вот образом. Слушай, ну мы неплохо с вами, да, за миллион прокачались. Я думаю, что еще, наверное, мы с вами оставим игру не свернутой на денечек, на ночь. И в следующей серии мы еще прокачаемся круче, чем сейчас. Так, давай-ка ангелов вызовем. Хотя, на самом деле, это не ангелы. Я бы все-таки назвал их валькириями. Они уж больно на них похожи. Так, давай. Ну, пробиваем, друзья мои. Ну что вы там трепунькаетесь, да? Давай. Ну, вот. Отлично. Долго, но справились. Давай, елки-палки. Так, и я так понимаю, друзья, мы можем с вами вот девелоп. Это... Ах, вот оно что. Елки-палки. То есть я плачу деньги и деревушку эту улучшаю. Соответственно, они мне приносят больше голды. Что ж я раньше так не делал, а? Ой, дурень, друзья мои. Так. Ну что же, отлично. Тогда давайте... Нифига, как тут на карте смотрится, это прикольно все. Так, а где у меня еще захваченные колонии? Вот здесь, да? Давайте тоже тогда развивать. Подожди, а что такое? А, не хватает... Подожди, почему не хватает голды-то? 1400 нужно. Так у меня 7000 голды. В чем проблема, друзья мои? Ладно, хорошо. Попробуем с вами подкопить немножко денег. Кстати, у нас вот здесь еще на 150-й волне
И на 200-й что-то будет новенькое открываться. Так, давай-ка глянем, где мы можем с вами еще немножечко тут побуянить. Здесь ничего я не могу, да, улучшать. Вот именно только лишь. Так, а здесь тоже не могу ничего. Кстати, а где у меня вот этот чувачок? А, это же Базука Мэн. Елки-палки. Базука Мэн у нас был, он мне не понравился. Тут 300 мощей нужно. 340, 370, 450. Короче, там уже идут довольно серьезные противники. 310. Всех маленьких мы уже с вами забомбили. Получается так. Не хочу я, конечно, идти вот на 350. Я больше уверен, что мы здесь с вами не справимся. А здесь... Ага, вот, вот, нашел. Давай, поехали. Нифига тут, друзья мои, замок. Не понял, подожди, подожди, что это такое? Мы с вами не справляемся? Как это так? Как это так они проходят? Они успевают бомбануть даже меня маленько. Это не дело. Это, друзья мои, не дело. Так, я забыл, что у нас манны с вами маловато, да? Точнее, она очень медленно копится и очень быстро заканчивается. Так, лучники. Без надобности мы, наверное, не будем с вами тратить манну. Уже в такой ситуации безвыходной будем применять, когда они уже будут бомбить не замок. А пока и так справляемся. Так, давайте. Слушай, а интересно, я могу своих лучников еще улучшить? Мне кажется, смогу. Надо будет это дело посмотреть. Ну, давай, давай. Давай, наверное, вызовем наших ангелов и копейщиков. Вот так вот. Ай, хорошечно как. Так, мне сказали бомбарду убрать и поставить Теслу. Ну, Тесла, я так понимаю, это имеет в виду этот, как сказать тебе, постамент, который будет бомбить молниями. Наверное, вот это имели в виду под Теслой. Потому что именно чтобы там Тесла было, я не видел такого. Так, давай дальше вызывать. Ну, совсем немножко осталось. Елки-палки, тут уже 13, 12, 11 тысяч. Ать, опять какие-то просадки пошли. Зевс, давай-ка, наверное, тебя активируем. Оу, тихо-тихо, не надо проходить сюда. Так, враг, по-моему, стал слишком чаще выходить. И их слишком много. Мы не успеваем с вами наносить урон по вражескому замку. Посмотри, что происходит. Просто стеной идут. Эй, успокойтесь. Во, начали прогибать их маленько. Давай-давай-давай-давай-давай, друзья мои, ну. Да что ж ты будешь делать, а? Мы не можем продавить их. Мы не можем их продавить. У нас как-то еле-еле. Вот, пошло нормально отниматься. Так, но мы все равно потихоньку с вами получаем урон. Смотри. Эй, тихо, куда? В чем проблема-то? А что случилось-то? Как меня так продавили, друзья мои? Просто взяли и продавили, примяли. Слушай, это не дело. Так, давай-ка мы с вами попробуем просто сходить на волну и подраться. Ой, тут, наверное, для меня вообще не все сосунки будут сейчас. Ха. Так, 59-я волна. Так, этот чувак носит нам голду потихоньку. Ну, в любом случае нам нужно прокачиваться. В любом случае, и для этого нам нужны денежки. И довольно много денежек. Потому что, как вы понимаете, 31 тысяча, это сейчас вообще ни о чем. Так, спасибо. Нет, рекламу я смотреть не буду, это бесполезно. Так. Ага, апгрейдинг. Все-таки, друзья, они ходят и приносят. Вот они, эти темные кристаллы. Эти темные кристаллы. Нам нужно 50 тысяч, да, для того, чтобы открыть последнего. 50 тысяч, а у нас 32. Ладно, продолжаем тогда битвочку нашу. Что такое, что за звук? 60-я волна, я так подозреваю, здесь будет босс. Ну, естественно, мы его быстренько здесь расчехлим. Ай, красота какая-то, посмотри. Ха. Блин, я обожаю игры, где можно что-то улучшать, усовершенствовать. Так, ну давай, давай, где там босяра, выходи, мы тебя не боимся. Вот он, слизняк. Оп, и расчехлили мы его. Так, Виктори, не буду я это смотреть. Слушай, а нам осталось-то всего лишь 39... волн пройти для того, чтобы у нас дальше пошли какие-то улучшения. Секунду, а это что такое? Это что такое? Ёпарасоте. Что такое 43? 43. Блин.
Друзья мои, с вашего позволения, я вот попробую вот сюда вот сходить. 28 защит или что это такое? 5000. Так, проверим просто-напросто. Башня сезона 1. Ну, давай я потратить, да? Ну, хорошо, я потрачу. Давай просто посмотрим. Воу, и все, что ли? Так. Ага. Сезонная башня колонизированная. Хм. И что? Ну. Так, 10, за 10 минут что-то он мне приносит 10 тысяч голды. Хорошо, ладно, давай посмотрим, что у нас еще тут есть. Давай вот этот вот попробуем с вами бомбануть. Блин, ну вот гемы тратить, конечно, мне как-то нерезонно на самом деле. Ага, забомбили. Опять очередная победа. И опять колонизировали. Слушай, ну знаешь, что самое интересное, что... Вот число юнитов, оно не уменьшается почему-то. Так, друзья, я надеюсь, вы мне сможете объяснить, что здесь нужно сделать. Я не могу понять. Так, два боя из 30 у нас с вами сделано. То есть я могу сюда... Нет. Я не могу дальше продолжать, да? Так, хорошо, значит... Ага, все, я понял. Беленькие это наши, красненькие это вражеские. Давай тогда здесь попробуем. Блин, где мы тратим? Да хорош тут сопротивляться уже. Ведь прекрасно знаешь, что я тебя сейчас забомблю. Вот и все, делов на копейку. Отлично. В общем, я так понимаю, я все здесь должен колонизировать. Да? Хорошо. Блин, гемы-то мне нужны. Где бы их заработать, а? Причем довольно неплохое количество. Не знаю пока. Так, ладно, немножко здесь посмотрели и хватит. Потому что, а нет, деньги у нас идут. Так, и давайте-ка скупим с вами последнего. Опа. Шахтера. Так, апгрейд. В плане апгрейд. Мне не хватает 50 тысяч. Так ведь вроде бы максимальное количество. Хм. Ладно. Давай попробуем немножко опять подраться. Накопить, так сказать, денег и глянуть, что же нам дадут. Так, будем просто обычную волну с вами проходить. Так, все тут легко. Жалко, еще нельзя быстрее сделать. Потому что я просто прекрасно понимаю, что они ватные здесь, да? И мы их разносим просто с полтычка. Ну давай, давай, давай. 61-я волна. Так, левел ап мы с вами заработали. Это хорошо. Скилл поинт, как говорится, заработали. Сейчас будем его тратить. Ну, 61-я волна уничтожена. Так, не будем мы это все с вами смотреть. Рекламку, а вот... А вот, наверное, дамаг. Не, давай опыт. Прокачай с вами до 10, а дальше будем остальное прокачивать. Давайте так договоримся, да? Ну что, еще 10 тысяч нам... Да уйди ты отсюда. Еще 10 тысяч нам нужно с вами заработать для того, чтобы посмотреть, что я могу там в башнях улучшить. Потому что шахтеров я больше не могу добывать. Точнее, не добывать, а ставить. Там максимальное количество их. Ну давай, давай, друзья мои, бомбим, бомбим. Големчики, энд, два ледяные голема, ну и всякое прочее здесь, да? Все, 62-я волна уничтожена. Так, 54 тысячи голды. С вашего позволения, я зайду сюда. Вот сюда, апгрейд. Так, что произошло? Хм, я не могу понять, что происходит. Копателей у меня сколько было, столько и осталось, да? Кстати, давайте-ка мы с вами сделаем все-таки, наверное, парочку. Ну, даже не парочку, наверное, нижний ряд, вот этот вот. Пускай добывает темные кристаллы, потому что они нам понадобятся. Мы прекрасно помним, что там будет улучшение, апгрейд. И нам нужны будут эти кристаллы. Так, ну что, друзья, наверное, на сегодня мы пока и закончим эту серию. Да? Накопим с вами миллиончика 2, 3, 4, 5 и прапаемся, и, конечно же, будем с вами дальше играть в эту игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.